Всем привет, друзья! Меня спрашивают в комментариях поподробнее мангальную печку беседки. Вот она. Сейчас я вам расскажу поподробнее. Делается плита. Здесь сделал плиту под нее, залил раствором, обвязал арматурой, проволочкой. Вообще, там, что было из хлама, все обварил тут и залил ровную плиту. Потом блок сотый, газоблок этот белый. Также увидал в интернете примерную базу, но сделал уже под свои размеры. Здесь дрова, тут все подсветка везде спрятанная. Дрова чисто декор, тут резерв, я их не трогаю. Через каждые три ряда уголок металлический по всему периметру связанный. В уголке отверстия просверлил и на длинные саморезы прикрутил все это дело. Понятно, все грунтовка, клей. Клей перемешивал плиточный с блоком. Вот, уже стоит, вот он у меня две зимы простояло. Ну, где-то что-то треснуло чуть-чуть, это ерунда. Вот еще не доделал, но вот здесь будет печка под казан. Потом уже, когда все прикуплю, шамотный кирпич надо купить, плиту металлическую. Вот, остальное все уже есть. По желанию, кто плиткой, труба будет. Камнем обложено, тоже блок. Мне еще чуть-чуть купить блока. Вверх пойдет. Все это закрою, здесь всю стену закрою. Все дыры закрою, все закрою и декоративным камнем вот это все обложу. Это мангальная, там просто красный кирпич 150 плотности, огнеупорный клей в перемешку с плиточным клеем. Ну, все в принципе держится нормально. Вот тут как вот видно, там вот чуть-чуть осталось добить обрезки. Ну, кочегарил я здесь температуру нормально, и все нормально держится. По углам блоки. Сейчас я обойду. Так, видно, нет. Блоки в углах длинными саморезами стягивал. Вот видите, уголок, саморезы везде. И вот спрятанные длинные, 200-е, по-моему, они. Все связано. Где возможно, из хлама зафигачил. К беседке привязал также уголком и саморезами. Здесь все декоративным камнем. Будет обкладываться полностью вся труба. Ну и грибок этот сделаю, чтобы снег не валил. Внизу булыжничками обложу. Там, где печка будет, под казан, соседняя, здесь выведу трубу, и она пойдет, как тут встать-то, отсюда, делаю отверстие, вывожу трубу вдоль этой стены, здесь все равно будет куст, не видно, все будет спрятано, пойдет вот сюда, все будет нормально, культурно. Это буржуйка временная. Здесь будет еще печка стоять дополнительная, чтобы обогревать бассейн. Вот. Каркас бассейна готов. Осталась отделка. Как видите, трещин мало. Трещин мало вообще. Но внутри, в некоторых местах, ряд блоков я укладывал, штробил. И арматуру, какую восьмерку тут, восьмерку туда прокладывал еще. И в принципе я думал, что все разорвет, но ничего не разорвало. Как видите, все держится. Ну все, конечно, уголки вот эти вот между собой обваренные. Плюс где-то саморезами прикручено прямо к блокам. Этих уголков видно не будет, все будет заделано декоративным камнем.
что еще то это тумбочки под посуды, это умывальник, все работает, все везде подсветка вечером, все работает, вода холодная, а здесь и не надо, летом жара. Что еще здесь? Мангале планирую дальше сделать вот так вот уровни, как бы полочки. Не знаю, уголок, наверное, сюда или какие-то просверлю, буду вставлять арматуру, чтобы мясо, когда жаришь, готовишь, менять положение ниже, когда много углей, повыше, таким макаром. Здесь тоже каемочку из уголка буду делать покрепче. Все, в принципе-то, приклеено, выдерживает. Если вода не будет попадать, то морозы не разорвет ничего. Тут у меня открыто было место. Отвалилась плитка, потому что вода текла и морозом ее разорвала. Вот. Здесь будет прямо под казан. И туда все это. Здесь будет топка, поддувало. Шамотным кирпичом здесь все обкладываю. Там делаю вверху отверстие и трубу вывожу сзади этой всей печки на большую трубу. Будет уходить. Так что вот, дерзайте. Если что, пишите в комментариях. Еще что-нибудь вам скажу. Ну, без сеточки вообще сидеть удобно. Тем более сейчас почти 30 градусов жары. Все прекрасно. Будет в будущем бассейн, считай. Прямо здесь сидишь. Там прям можно позагорать. Вот это все закроется. Здесь тоже будет площадка деревянная со вторым забором. Прям можно здесь прилечь, отдыхать. Ну вот, всякие ништяки тут. Потолок вагонкой обошью. Электричество все закрою. Вот так вот сидишь. Вентилятор включаем вечером. На единичку тихонечко. Мух, комаров нету, а прямо они все. А в холода добавляешь дров, оттуда тепло идет. Вообще здорово. Удобно. Единственное, морозы, конечно, воды нету. Выключаю. В будущем буду, когда дальше делать печку, я засниму видео, буду опять рассказывать. Ну все, всем пока и удачи.